Праздничный новогодний тираж открыл мой близкий друг. Мне очень приятно видеть тебя сегодня в этой волшебной студии. Абдулкарим Каримов сегодня с нами. Добрый вечер, друзья. Приветствую каждого из вас. Хочу пожелать, во-первых, поздравить с наступающим Новым годом и пожелать вам в Новом году, чтобы все ваши мечты, желания осуществлялись. И самое главное, всем крепкого здоровья. Спасибо большое, Абдулкарим. Спасибо. Итак... Қайлы кеш, қымбатты достар, жаңа жылға арналған мерейтой ойын-тиражымызға қош келдіңіздер. Біз барлықтарыңызға сәттілік тілейміз. Еще раз добрый вечер, друзья. Сегодня 29 декабря. Вы смотрите ТВ Бинго, наш самый главный тираж года. Говорят, под Новый год сбываются все самые заветные мечты. И я надеюсь, что так и будет, друзья. Мы начинаем наш праздничный тираж, и буквально через несколько секунд мечты у многих-многих наших игроков обязательно сегодня исполнятся. Итак, начнем традиционно. Прежде всего, давайте познакомимся с нашей уважаемой тиражной комиссией. Итак, начнем, как всегда, с председателя тиражной комиссии. Для тех, кто не знает меня, меня зовут Маржан Казыбаева.
А председатель тиражной комиссии у нас сегодня Заитов Сирик Аскарович, генеральный директор ТО «Промэнергосервис». Ему первые аплодисменты. Также в тиражной комиссии Имбердиева Шаруан Мюдитбековна, начальник отдела АХО ТО «НРЦ Алматыгаз». Спасибо большое. Ну а теперь давайте посмотрим, какие же билеты примут участие в сегодняшнем новогоднем тираже. Внимание на экран. Конечно же, это билеты новогодней серии. Вот вы видите их сейчас. И следующий наш отчет о том, сколько таких билетов продано на сегодняшний главный тираж года. Обо всем по порядку. Покажите, пожалуйста, нам отчеты. Каков общий призовой фонд, сколько билетов продано на сегодняшнюю игру. Итак, количество участвующих билетов 447 215. Планируемый призовой фонд сегодня составляет 44 721 500 тенге. Жалпы жильдекоры 44 721 500 тенге. Призовой фонд бинго 10 017 616 тенге. Бинго жильдекоры 10 016 тенге. Новый год – особый праздник, когда сбываются самые-самые заветные мечты. У нас сегодня огромнейшее просто количество призов приготовлено для вас, друзья. Общий призовой фонд составляет больше 44 миллионов тенге. Приз бинго мы разыграем сегодня для вас, а это 10 миллионов тенге, а также невероятное количество денежных и вещевых призов. Давайте начнем с малого. Попробуем сначала разыграть утюги. По четырем последним цифрам номера билета – трижды. Итак, первый выигрышный вариант 2-2-3-2. Ека-ека-шьека. Шесть, два, восемь, пять. Алты, ека, сегас, без. Один, девять, девять, четыре. Бертога, стога, стерт. И у нас 144 победителя. Жюскарак Тюрджен Пасбар. Коттактаймас. Под Новый год на Тибете пекут пирожки и раздают их прохожим. Считается, что богатство в году будет ровно таким, напрямую зависит от количества розданных пирожков. Я вот подумала, друзья, в таком случае мне следующий год просто обеспечен богатым быть. Он просто обязан, ведь я раздам просто невероятное количество призов и подарков сегодня для наших игроков. Правда, не пирожки, но, по-моему, это даже лучше. Итак, на кону наши следующие призы. Сейчас мы разыграем радиотелефоны для вас. Билет на сонгу Тюрцан Бойнша, жильдихи хаза радиотелефон Даркой Лада. 1-1-9-8, будем играть 4 раза. Бербер Тоус Сегас. Многие, наверное, заметили, что нет моего любимого соведущего Сергея Погосяна. 9-9-3-0, следующий выигрышный вариант. Тогас, Тогас, Эш-0. Друзья, дело в том, что Сергей застрял в аэропорту, не смогли по природным условиям. Не успели сегодня, у нас прямой эфир, но ничего страшного, тираж, тем не менее, состоится, я обязательно с вами. 5-7-9-5, без жета, Тогас, без. Четвертый вариант. Жета Алта, без Алта, 7-6-5-6. У нас 183 победителя. Жюстексен, ищ билетки, жильдец, так вот так таймс. А знаете ли вы, друзья, что в старину было принято дарить подарки Деду Морозу, а не ждать поздравления от него? В наше время принято получать подарки, как бы вы думали, конечно же, от игры ТВ Бинго. Готовы? Следующие подарки на кону. Казар билет на сонгу Тюрцану Бойнша. Шреджильди я шанс оргуштар койлады. Мы разыграем пылесосы для вас, друзья, по четырем последним цифрам номера билета трижды. 2-0-7-3. Ека-0-жета-эш. 1-0-8-1. Бер-0-сегас-бер. 6-9-3-6, Алта Тогас, Иш Алта, 145 победителей. Женам поздравляю, Жю Скоркбис. Поздравляем! В Германии подарки Санта-Клаус приносит на подоконник. В Швеции
к печке. А у нас главные призы разыгрываются, конечно же, на ТВ-бинго. Сейчас по 4 последним цифрам номера билета дважды мы разыграем микроволновые печи. Билетный сон хаттерс ану бойнша екрет жильдей қазыр қысқа толқанды пештер қойлады. 8-6-2-6 8-6-2-6 2-2-1-4 2-2-1-4 8-8 Сексен пазбар. У нас 88 выигрышей. Поздравляем! Беседуют два приятеля. Один другому говорит: «Я так много читал о вреде алкоголя и курения, что с Нового года решил бросить». «Что именно? Пить или курить?» «Читать», — отвечает тот. Но это не касается всех наших игроков. Прямо сейчас мы разыграем электронные книги для вас, друзья. По 4 последним цифрам номера билета два раза. Билетом сомотвёрсен бойнша екрет жильде қазыр электронный кітап тарқой лады. Итак, первый выигрышный вариант здесь. 9-9-7-3-9-9-7-3. Пять, шесть, три, семь. Бесалта, эшета. Тохсан екаженом пазбар. У нас 92 победителя. Я всех поздравляю. В Болгарии на Новый год на 3 минуты принято гасить свет. И за эти 3 минуты нужно обязательно в полной темноте кого-нибудь поцеловать. Я думаю, что это отличный шанс наладить свою личную жизнь за эти 3 минуты. А у наших игроков есть отличный шанс буквально за 1 минуту стать обладателем новенького цифрового фотоаппарата. Готовы? Играем по 4 последним цифрам номера билета 3 раза. Билет на самом деле сан бенша. Ишреджи дихе казар. Сандак фотоаппарат таркой лада. 07 алты сегас 0768. 1-6-1-5. Бралта. Барбес. 0-4-8-6. 0-3. Сега Салта. О, у нас 152 победителя. Жюзгелююк. Билетки жильдетста. Куттоптаймас. В Шотландии на Новый год принято поджигать бочки с дегтем, катают их по улицам, прогоняя старый год и заказывая, зазывая новый. Ну а мы, думаю, позовем в помощь госпожу удачу. Пусть она решит, кому достанутся наши следующие призы. По 4 последним цифрам номера билета 3 раза мы разыграем смартфоны сейчас. Билет на самом деле Терсон Бойнша и Шреджи Диев смартфон Даркой Лады. Эш 0 Жета Товас. 0-3-4-8. 0-4-7. 5-0-4-1. 148 победителей. Жескарах-7. Женам пасбар. Куттоктаймас. Я вчера слышала разговор двух детей. Девочка примерно 9 лет говорит своему старшему брату: «Не знаю, что попросить у Деда Мороза на Новый год». «Ну, попроси планшет», — говорит ей брат. «Деда Мороза не существует», — кричит мама в ответ с кухни, услышав их разговор. «Побуду-ка я Дедом Морозом буквально несколько минут и раздам вам, дорогие друзья, эти самые планшеты». Играем по 4 цифрам номера билета 3 раза. Билетын соңғы 4 саны бойынша шрет, жүлдеге планшет тарқойлады. 1-1-3-6. 4-5-6-1. 0-9-9-4-0-9-9-4. 145 победителей. Женым поздарсана жүз 45. Құттықтаймыз! Мексиканцы обычно находят свои подарки в ботинке, англичане в носках. А наши игроки находят все свои подарки в билетах ТВ-бинго. Готовьтесь получать следующие призы. По 4 последним цифрам номера билета мы разыграем сейчас золотые подвески. Билетный сон отверстия на бойнша жильдеге қазыр алтын салтын шақтар койлады.
5288. Без ЕКО, Сегас, Сегас. У нас 39 победителей. От 100 женам паспарт. Куттықтаймыз. Друзья, если вы мечтаете, чтобы следующий год был обязательно счастливым, то перед Новым годом приобретите какую-нибудь новую вещь. И тогда счастье вам обеспечено. Новые вещи для вас, друзья. Готовы получать их? Прямо сейчас по пяти последним цифрам номера билета. 5 раз мы разыграем ноутбуки. Вот так вещь. Билетный соха без сан бойынша без реджи деге қазір ноутбуктар қойлады. 09946-09946-46. Следующий выигрышный вариант 53006 без ищ 006. 07520 0 жета без ЕКО 0. 87178 Сегас жета бр жета Сегас. И последний пятый вариант в данном розыгрыше. 32717. Шека, жета, бр, жета. У нас 17 победителей. Он жета, билет кешельдет, стабарлах, тарнстак, тактаймас. Есть еще такая примета. Если вы хотите, чтобы у вас в новом году было все обязательно хорошо, положите в новогоднюю ночь под подушку шоколад. И тогда утром у вас будет все в шоколаде. Все в шоколаде будет и у того, кто сейчас победит в очередном розыгрыше. А у нас на кону ни много ни мало Рено Логан. Разыграем по полному номеру и серии билета. Внимательно проверяйте свои билеты. Давайте запустим наш малый бингатрон и посмотрим, кому же достанется первый автомобиль сегодня. Так, начнем разыгрывать последние цифры номера билета, и в конце должен быть 0. 0 санэцтэ. Следующая счастливая цифра 6. Алта сана. Перед шестеркой должна стоять троечка. Эшсанэцтэм. У нас осталось 438 претендентов. Сиэгасанэцтэм. Цифра 8. Ой, кому-то повезет под Новый год. 43 претендента, и чтобы определиться, вы видите, какие нам нужны цифры. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Барсанатстан, нам нужна была единичка. Компьютер тестирует данные. Остались 4 счастливчика. Байконур, Астана, Алмата, Уральск играют с нами сейчас. Чтобы определиться, с победителем нужны 0, 3, 6 или 9. Тоха Санэцтэ. Девятка нам нужна. И есть у нас победитель. А живет он в городе Уральск. Серия на этом билете 208. Счастливый номер 09-18-360. Вот из билет Урал Каладан. Серия Саекжа Сегас номера 0 Тогас Барсегас Эш Алта 0. Вот с нас Котта Волсен. Ой, повезло Уральску. Поздравляем. Чаще всего игроки ТВ-бинго мечтают о том, чтобы стать миллионером. Сегодня в основной игре на кону у нас 10 миллионов тенге для вас, друзья, припасены. И кому-то они обязательно достанутся. Мы начинаем основную игру. Давайте вспомним, каков общий призовой фонд,
сколько билетов продано. Давайте во всем по порядку. Количество участвующих билетов 447 215. Бүгінгі тиражақыр 447 215 билет сатылған. Планируемый призовой фонд 44 721 500 тенге. Жалпы жилде қоры 44 721 500 тенге. И призовой фонд бинго, как я вам и сказала, 10 17 616 тенге. Бинго жилде қоры бүгін 10 17 616 тенге. Вот такие суммы сегодня у нас на кону. Я от всей души желаю удачи вам, дорогие мои игроки. Пусть она обязательно улыбнется вам сегодня. Мы запускаем наш основной бинготрон. Давайте, включайте. Мы готовы к новым подаркам. 90 пронумерованных шаров опустились на дно бинготрона. Сейчас начнут перекручиваться хаотически, поочередно выпадая из бинготрона. Один шарик застрял. Похоже, да? Алпастер санэцтэ. Мы можем остановить, да? Дело в том, что один шарик в основном бинготроне не опустился вместе со своими собратьями. Что мы должны сделать в данном случае? Еще раз попробуем запустить, иначе будет нечестно. Шарик первый выпал с номером 64. Пока наш основной бинготрон готовит, я хочу сказать вам, что первый тираж в будущем 2015 году, друзья, состоится 12 января в понедельник, 18 часов 55 минут на телеканале Хабар. Самым нетерпеливым игрокам хочу сообщить, что проверить ваши билеты вы сможете уже через несколько часов на сайте национальной лотереи kazloto.com. Ну что, мы готовы? Все хорошо? В таком случае давайте запустим наш основной бинготрон. Все нормально? Председатель тиражной комиссии. Все, все шарики на месте. Давайте продолжим нашу основную игру. Запустим бинготрон. Как мне нравится сегодня наша студия, праздничная, нарядная. Какие шикарные автомобили. Готовы? Подмигивают нам своими лампочками эти шикарные автомобили. Один уже ушел в Уральск. Там сегодня праздник настоящий. Новый год уже, можно сказать, наступил. Жетпас Барсанэцтэн, Бельгалеп Койнас, номер 71. Продолжаем основную игру. Рубрика «Звездный час». Сегодня наша история о победителях юбилейного тиража. Эшсанэцтэ, номер 3. Как вы помните, на праздничном тираже, посвященном 15-летию игры, второй по значимости приз автомобиль «Рено Логан» выиграли в городе Кентау, Южно-Казахстанской области. 26 декабря выигравший билет был, наконец, предъявлен. Его владельцем оказался пенсионер, известный всему городу врач-терапевт Исабеков Серпай Маханшаевич. Жерматюльсанэцтэ, номер 24. Вот что он нам рассказал, Серпай Маханшаевич. «Я играю в бинго и другие игры уже много лет. Человек я азартный, но в меру. Никогда не покупал билеты пачками или десятками. Обычно на каждый тираж у меня по 3-5 билетов в пределах 500 тенге. Отмечаем выпавшие номера. Не забываем номер 37 от Жетасанэцтэ.
Я всегда стараюсь смотреть тиражи, и моих близких это даже немного раздражает, так как они совершенно равнодушны к лотерее, несмотря на то, что я выиграл в бинго чайник Тефаль лет 10 назад, и он, кстати, до сих пор исправно служит нам. Несколько раз выигрывал денежные призы по 500 тенге, 5000 тенге. Номер 2 отметьте, пожалуйста. Екасанатиста. Мои знакомые и друзья каждый раз удивляются и спрашивают, а ты все продолжаешь играть и верить, что выиграешь? А я всегда отвечал, да, продолжаю. Вот посмотрите, когда-нибудь я выиграю машину, что тогда скажете? Номер 76 выпал, Жетпасалтасанатиста. В конце ноября мы с супругой проходили мимо лотерейного киоска. Я остановился и решил взять несколько билетов. В руках у меня оказался один билет серии 150 за 300 тенге и парочка билетов ко злато. Праздничный тираж мне посмотреть не удалось, так как мы были с женой в Шымкенте. В Кентау вернулись через несколько дней, и я совсем позабыл, что надо было проверить билеты. Здесь же Жетпасалтасанатиста, номер 79. Отправился я на базар числа так 17-го, подошел к киоску. А продавец вдруг и говорит мне, послушайте, тут у нас выиграли Рено Логан. Уж не ваш ли это билет? Весь город гудит, кому досталась машина. Я, не придав особого значения, ее словам неторопливо достал и протянул билеты. Ну-ка, посмотрите, что там. Бздеотсалтасанатиста, номер 36. Через несколько мгновений слышу, так ведь это вы выиграли Логан. Мы вас 2 недели уже ищем. И протягивает мне отчет с результатами. Я смотрю. Точно, все номера совпадают. Как я обрадовался. Тарахбарсанатиста, номер 41. А женщина-продавец из киоска выскочила, обнимает меня, поздравляет, смеется, радуется. Я заспешил домой, чтобы рассказать домочадцам о своем выигрыше. В тот момент мы все были просто счастливы. Ведь старшему сыну так была нужна машина. И я так рад, что смогу теперь ее подарить ему. Я же говорю, мечты из бинго обязательно сбываются. Алпасбарсанатиста, нужно всего лишь немножечко для этого. Верить в свой успех, в свою удачу. Ну и, конечно же, купить хотя бы один билетик бинго. О том, что я выиграл Логан, вскоре узнали все кентауцы. Городок у нас маленький, такие новости быстро распространяются. Так один мой друг попросил, чтобы в следующий раз я купил для него билеты. Дескать, у меня рука легкая. Бздехаркалпасанатиста, номер 46. А другие говорили, а ты уверен, что получишь машину? Вот поедешь в Алматы, а там тебе скажут, что другой билет выиграл. Но я не сомневался в выигрыше. Почему-то я всегда верил, что крупный выигрыш у меня будет. Играть я продолжу обязательно. Вот уже купил в Алматы несколько билетов на новогодний тираж. Большое спасибо, бинго. Большое спасибо вам за ваше доверие. Он Тюрсанатиста, номер 14. И еще немного о сбывшихся мечтах. 2 декабря на нашем юбилейном тираже жительница Жаркента Дина Сарманова выиграла приз второй категории – 426 тенге. Жетпасалтасанатиста бзде, номер 77. Дина Сарманова, рожденная под зодиакальным созвездием Весы, играет в бинго уже 15 лет. В 2007 году она выиграла 97 тысяч тенге. И тоже, кстати, за 14 совпадений. Награда буквально окрылила нашу победительницу. Однако домочадцы ее восторга не разделили. На протяжении многих лет они дружно отговаривали маму, жену и бабушку от покупки лотерейных билетов. Ай-яй-яй. Здесь секция Нашсанатиста, номер 83. Но женщина продолжала играть. По сложившейся традиции она приобретает по 6 билетов и делит их с мужем поровну. Игру Сарманова обязательно смотрят по телевизору. За это вам отдельное спасибо. Храржетасанатиста, номер 47. За юбилейным розыгрышем призов они тоже следили вместе. Счастливый билет, таивший в себе 426 тысяч тенге, находился в руках супруга. Именно он первым и увидел, что на поле закрылись 14 номеров. Радостной новостью мужчина тут же поделился с супругой. Сексентогасанатиста бздебергерапкойнас, номер 89. Вот что они нам пишут. Наслаждаюсь я веселой беседой Сергея Погосяна и Маржаны Казбаевой. Слушаю шутки, и внезапно до меня доносится взволнованный голос мужа. Смотри, какой выигрыш мы получили. 426 тысяч тенге. Елюалтасанатиста, номер 56, отметьте, пожалуйста. 2 декабря мы с мужем отмечали 37-летнюю годовщину со дня свадьбы. Не ожидали такого подарка от лотереи, вспоминает Дина.
Знаю, что многие ваши победители не сразу верят в успех, но мы ни секунды не сомневались. Очень обрадовались. Незадолго до тиража моя дочь видела удивительный сон. Взял по сущности номер 63. Ей снилась покойная сестра, протягивающая крупную сумму денег. Мы еще тогда подумали, что доченька хотела нам передать. Оказывается, она дала нам знак о скором выигрыше. Деньги нам, как и любой большой семье, к празднику не помешают. У нас 7 внуков. Каждому сделаем подарок от любимой лотереи. Отметьте, пожалуйста, номер 58. Елюсега Санетста. К слову, билеты я купила в Алматы, в киоске, расположенном в микрорайоне Тастак. Там же взяла 6 билетов и на 48-й тираж. Удивительно, но и он обернулся двумя призами. 500 тенге, 5000 тенге. Всех хочу поздравить с наступающим Новым годом. Желаю казахстанцам счастья, здоровья и любви. И вас, конечно же, уважаемая семья Сармановых, мы тоже от всей души поздравляем. С наступающим Новым годом, с победой. И пусть это будет далеко не последний выигрыш в вашей жизни. Ваша мечта благодаря ТВ-бинго сбылась. Алпас Екасанатста, номер 62. Друзья, хочу еще раз напомнить вам, что первый тираж в новом году, 2015, состоится 12 января на телеканале «Хабар» в 18:55. В новом году вас ждут сюрпризы. Теперь билеты ТВ-бинго будут по одной цене – 200 тенге. И разницы в сумме выигрышей не будет. У билетов ТВ-бинго появится второй шанс, и мы будем проводить его еженедельно. Так что оставайтесь с нами. ТВ-бинго наградит всех. Четпас Ека Санетста, номер 72. А еще мне очень приятно сказать вам, друзья, у нас сегодня не только нарядная студия, столько гостей. Здесь есть наши постоянные гости, которые приходят каждый понедельник на тираж. Он Сега Санетста, номер 18. Есть гости, которые прибыли издалека, из Петропавловска, из Шымкента, из Симпалатинска, специально приехали к нам на новогодний тираж. Еще хочу добавить, что никто из гостей нашего сегодняшнего новогоднего тиража не уйдет с пустыми руками. Он Тога Санетста, номер 19. Давайте посмотрим промежуточные отчеты. 2 билета уже выиграют по третьей денежной категории. Здесь закрылись 13 номеров. 13 билетов с 12 совпадениями и пока 96 билетов с 11 совпадениями. От Сбарсанетста, номер 31. Вот он, долгожданный новогодний тираж. Сегодня в прямом эфире. Огромнейшее число призов и подарков для вас, друзья. 3 автомобиля, 2 Рено Логана, 1 Дастер. Денежные призы, вещевые, все для вас. Алпас Ега Санетста, номер 68, отметьте, пожалуйста. Друзья, творческий конкурс «Наша игра», посвященный 15-летнему юбилею игры ТВ-бинго, завершился. Мы наградили победителей, но продолжаем знакомить вас с замечательными письмами, в которых вы рассказываете о своей верности лотерее. Сексем Барсанетста, номер 81. Сегодня мы хотим познакомить вас с авторами письма из города Семей, участницей всех наших конкурсов, торговым агентом Надеждой Андреевной Васильевой. В ее родном семье земляки считают, что она обладает чудесным даром поднимать людям настроение и дарить им веру в чудо. Елюэш Санетста, номер 53. Надежда Андреевна пользуется заслуженной любовью игроков, которые уважают и ценят нашу сотрудницу за добрый нрав, желание всегда прийти на помощь, профессионализм и компетентность. И нам было приятно получить письмо со стихотворением от нее, написанным в честь очередного дня рождения ТВ-бинго. В рифмованных строчках Надежда делится воспоминаниями о своих первых рабочих днях в национальной лотерее. Номер 86, отметили? Сексианалда Санетста. Следующий шарик. Принес нам выигрышный номер 35. От Сбе Санетста. Вот это стихотворение. Я помню, как это было, когда набирался штат. Как бегали мы по городу, чтобы билеты продать. По ходу игры мы узнали, что это игра в лото. И стало предельно ясно, она обойдет казино.
Игра набрала обороты, играет и старый млад, играют в нее миллионы, и каждый этому рад. А бинго уже 15, и это наш общий труд. Лишь те, кто продаст билеты, агентессами назовут. Оптимистично завершает счастливое произведение Васильева. Спасибо большое за такое симпатичное стихотворение. Номер 33. Отос Эшсана. Келеса Шкан Санамас Караксегас. Номер 48. А это наши корифеи. Это игроки, которые с самого первого тиража уже на протяжении 15 лет вместе с нами. За что вам отдельно хочется сказать спасибо, друзья. Есть уже один билет, который выиграет по второй денежной категории. 34 билета выигрывали по третьей денежной категории. У нас выпал номер 20. Жирма Санатста и новые отчеты. Два билета выиграют по второй денежной категории. 66 по третьей. Напомню, призовой фонд бинго сегодня 10 миллионов тенге. И кому-то они обязательно достанутся из вас. Ток Сан Санатс, это номер 90. Сегодня особый волшебный тираж с огромным количеством пищевых и денежных призов. Три автомобиля, не устану повторять, меня прям гордость распирает. Все для наших игроков. И каких автомобиля? Жермасега Санатстан, номер 28. Два Рено Логана, один Рено Дастер. Такие красавчики. Бинго, 10 миллионов тенге. Ох, кому-то достанутся. Тёрт Санатстан, цифра 4. Тринадцать победителей по второй денежной категории. Это промежуточные итоги. 208 выигрывают по третьей денежной категории. Первый приз бинго. 10 миллионов тенге сегодня на кону. Сексенжета Санатста, номер 87. Мы еще разыграем денежные призы обязательно сегодня, кроме основной, где будут 10 миллионов тенге. Еще два автомобиля. Жирмаека Санатста, номер 22. 39 победителей уже по второй денежной категории, 397 по третьей. Жирмажета Санатста, привет. О, бинго! Ура! На 40-м по счету выпавшем шаре сегодня завершилась основная игра. Шарик принес выигрышный номер 27. И кому же он принес заветный выигрыш? 10 миллионов тенге. Покажите нам, пожалуйста, отчеты. Чимкент, конечно. Бинго сложилось сегодня на первом цветном игровом поле. Где же еще может быть бинго? Серия на билете 208, номер 12019-85. Сегодня великий праздник в городе Шымкент. Вот из билета Шымкент, Каладан, Сириса, Екжи, Сегас, номер Бр, Ека, Нольбер, Тога, Сегас, Бес. Так, что шымкентцы? Они у нас часто, кстати, выигрывают. Я хочу посмотреть статистику. Шымкент 45 раз выигрывал приз бинго. Сегодня 46-е бинго отправляется в этот солнечный город. Ну и, к слову, хочу добавить, 11 раз забирали джекпот именно в этом городе. Вы видели, где был продан билет, дорогие телезрители? Проверяйте внимательно, может быть, это именно вы обладатель 10-миллионного бинго. Ну и давайте посмотрим отчеты, сколько победителей по второй и третьей денежной категории. По третьей денежной категории это 13 совпадений, 538 билетов. Шинши категория это Бежи Сот Сега Сот билет. По второй денежной категории 56 выигрышных билетов. Еканши категория это Елю Алта Сот билет. Бинго Бруэнши Шымкент Каладан. Бинго у нас один счастливчик из города Шымкент. Ну и самое интересное, кто сколько выиграл? Покажите, пожалуйста.
По третьей денежной категории выигрыш сегодня составляет 5818 тенге. Мои поздравления. Шинша категория Доутстарнас Бесман Сегжес Он Сегас Тенге. По второй денежной категории тоже неплохо. 63 887 тенге. Еканша категория Доутстарнас Алпас Эшман Сегжес Сексенжетта Тенге. И бинго. Как мы и обещали, 10 миллионов 17 616 тенге. Бинго он миллион, он жетаман. Алтажес он алта тенге. Доутстарнас Котта Болсен Доутстар. Не удалось выиграть в основной игре. Не расстраивайтесь, не отчаивайтесь. Впереди еще огромное количество денежных призов. Скажу вам по секрету. Ну а пока давайте утешимся. Жубанов силах тарбилет сонка ексан бойнша алтарет. Мы разыграем утешительные призы по двум последним цифрам номера билета 6 раз. Алтабес 6-5. 7-6. Жета алта. 2-5, ЕКО-БЕС. 2-4, ЕКО-ТЕТ. 7-9, ЖЕТА-ТОГАС. 2-1, ЕКО-БЕР. Отчеты, пожалуйста, готовы? Количество победителей 26 739. ЖЕНАМ ПАЗДАРСАНА ЖЕРМАЛТА МАНЖЕТА ЖЕСОТ СТОГАС. Величина приза 200 тенге составляет жильде колема билет на багаса 200 тенге болад. Куттықтаймыз. Кумбатты достар, ал енді бізге қонаққа көркем Сейсенбек келіп отыр. Жана жыл мен барлықтарыңызды құттықтай ішіп, қошеметтеп қарсы алыңыздар.
Көркем Сейсенбек. Рахмет сізге. Ну, а я не случайно встала со своего места. В честь самого любимого праздника, в честь Нового года, на наш самый главный тираж мы приготовили просто огромнейшее количество для вас призов и подарков. И сейчас я направляюсь к малому бенгатрону. Это верный знак. Мы разыграем еще один автомобиль для вас. Renault Logan по полному номеру и серии билета. Жилье Казар Renault Logan автоколик Койлада. С помощью малого бенгатрона разыграем его. Начнем с самой последней цифры номера билета. Готовы? Эш санатста. Цифра 3 должна быть в конце номера. Единичка выпала, Барсана. 4154 претендента пока. Следующий шарик. Ноль на нем. 424 уже осталось. Тёрцанетста. Цифра 4. Количество претендентов с каждым выпавшим номером уменьшается. Уже 38. Сега санатста. Цифра 8. Так, осталось 6 претендентов. И чтобы определиться, кому уже достанется Renault Logan, мы ждем 0, единичку, двойку, пятерку и семерку. Что у нас выпало? Тога санатста. Девятка нам не нужна. Убираю ее в бункер. Персонажа цифра 4 нам тоже не нужна. И ее отправим туда же. Единичка. Так, осталось 2 претендента. В Бейнеу или в Алматы останется. Единичка или тройка нам нужны теперь? Удачи. Я представляю, как вы волнуетесь. Мы тоже за вас. Тёрцанатста, Кирежовске. Цифру 4 убираем и ждем единичку или тройку. Барсанатста, единичка выпала, и она нам была нужна. Бейнеу. Отправится наш новогодний приз. Renault Logan. Серия на билете 208, номер 1184013. Отос билет Бейнеу ден, серия Сейекжи Сегас, номер Бербер Сегас, Тюрт, 0, Бер, Иш. Коттоктайм, Шинджирик Дин. Ну, а мы продолжаем наш праздничный тираж. И сейчас на кону для вас, друзья, денежные призы. Начнем с 600 тенге. Жильдия казыр ақшалай селықтар койлады. 600 тенгеден бастайық. 285. 285. 481 жыл. Женімпаз бар, құттықтаймыз.
Ал енді билетін соңғы 4 саны бойынша 4 рет жүлдеге 1000 теңгеден қойлады. По 4 последним цифрам номера билета 4 раза мы разыграем 1000 теңге сейчас. 5-3-4-4. 5-3-4-4. 7-2-9-8. Жета екі тоғы сегіз. 7-3-6-2. Жеті үш алты екі. 9-9-0-1. Тоғыз-тоғыз-ноль-бір. У нас 171 победитель. 171 билетке жүлдесі. Құттықтаймыз. Қазір билетін соңғы 4 саны бойынша 3 рет жүлдеге 2000 теңгеден қойлады. Денежные призы увеличиваются. На кону 2000 тенге. Разыграем по 4 последним цифрам номера билета 3 раза. 4, сегас, жета, бр. 4, 8, 7, 1. 3, 5, 1, 9. Эш, без, бр, тогас. 2, 6, 8, 4. Ека, алта, сегас, 4. 127 победителей. Жену поздарсана, жюж, жерма, жета. Куттоптаймас. Ну а теперь на кону 10000 тенге. Разыграем по 4 последним цифрам номера билета. Билет на сонгат 3 саны бойынша, жильдеге қазыр 10 мың тенгеден қойлады. 9-5-5-1, 9-5-5-1, у нас 41 выигрышный билет. 41 билетке жильдетті, құттықтаймыз дағда. Дальше больше, друзья. На кону 20000 тенге. Разыграем по 4 последним цифрам номера билета. Жильдия Казар Жирма, Монтинки День. Пойлада. 8114. Сегасбар, Бартерт. Крокека, билетки Жильдец-то у нас 42 выигрышных билета. Поздравляем. Я опять заняла свое место у малого бингатрона, а это значит, наши постоянные игроки уже знают, на кону автомобиль. И какой автомобиль? В честь Нового года на кону Renault Duster для вас, друзья. Разыграем, как всегда, по полному номеру и серии билета с помощью малого бингатрона. Давайте запустим его. Времени все меньше и меньше остается, а призы и подарки еще остались. Енсон, вот санамас жета. Семерка должна быть в конце. Ой, красавец. Эш, сана. Цифра 3. Гадаешь, Сана, еще одна троечка выпала. Представляю, какой праздник в семье, где выигрывают такие крупные призы. Два Рено Логана сегодня уже отдали. Рено Дастер сейчас кому-то достанется. Бинго 10 миллионов тенге. Сега Санатста, цифра 8. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ждем. Бесана, Керегузге. Осталось три претендента. Ахсай, Атырау и Кибастуз сейчас играют с нами. Вот кому-то из этих трех городов. Куда-то он и отправится из них. Алтасана. Цифра 6. В Атырау отправится наш новенький красавчик Renault Duster. Серия на билете 208, номер 0658337. Вот этот билет Атырау Каладан. Серия Саекжи Сегас, номер 0 Алта, без Сегас, Эш, Эш, Жета. Вот с нас Котта Волсен.
а сейчас, друзья, по невыигрышным билетам моментальных лотерей мы разыграем денежный приз 10 тысяч тенге. Даем им, так сказать, второй шанс. 5 раз будем играть по полному номеру билета. Сад Паев Каласа, серия Сачета Жусегас, номера Эш Алта Алта, Жета Сегас, Эш Сегас. Так, серия 708, это у нас Мультикс, номер 366-7838. Уральск, номер серии 711, номер 0433-304. 711, это же это казна, Беркут. Серия Сачета Жусомбар, номер 0-3-0-3. Уральск выигрывает город, серия 706, а это у нас две столицы, номер 377-6756. Серия Сачета Жусалта, номер Жета-Жета, Алта-Жета без Алта, семьи Каласа, серия Сачета Жусалта. Это еще две столицы выигрывает, номер 6167-147. Серия Сачета Жусалта, номер Алта-Бер, Алта-Жета-Бер-Тер-Жета. И алматинцы выигрывают. Второй шанс у них. 10 тысяч достаются. Серия на билете 703, номер 6757868. Вот из билета Алмат-Каладан, серия Сачета Жусалта, 703, это тенге Алу. Номер Алта-Жета-Бер-Жета-Сегас, Алта-Сегас. Шинжерик тем куптықтаймыз. К сожалению, в прямом эфире не все успели мы разыграть. У нас еще остались призы и подарки для наших гостей в студии, но это обязательно состоится, друзья, за пределами прямого эфира. А я прощаюсь с вами. До встречи в новом году. Не забудьте, что состоится он 12 января, 18:55 на телеканале Хабар. Еще раз поздравляю всех с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья, любви, успехов, мирного неба над головой. Кележат Танжана Жилмас Котта Болсон, Эркашанда Спаном Сашак Болсон, Зурдин Саулак Бахчлак Болсон. И здесь кинчи, Аман Саболмас. Благодарим стилистов салона Анжела Мода за помощь в подборе одежды для ведущей.